В этом году решил провести маленький эксперимент, ну, собственно, для себя выяснить кое-какие нюансы по новому виду пиявок. Это пиявку назвали восточкой. Эта часть пиявок поела где-то 50%, может быть 40%. Это не ела с первого раза. Значит, выглядит восточка, ну, вроде на брюшке, там у нее, ага. Шустренькая такая, не смогу вам показать, но будем верить. Я смотрел. Ну-ка здесь посмотрим. Это та, которую не ели. Ну, тоже не посмотришь. Значит, ну, кому интересно. Да, восточка вроде как считается, что она менее эффективна в лечении, потому что меньше ферментов, но кто бы их проверял. Проверим на выздоравливающих уже сначала, на своих родных, на себе. Вот. Более требовательная к внешним условиям при выращивании тоже проверим, посмотрим. Кому интересно, ход, так сказать, этих простейших исследованиях, ну, пишите лучше в личку, в WhatsApp, в Telegram. Там каналы есть и платные, и бесплатные. Или же звоните 8-918-922-89-31. Отвечу. Выкладывать, наверное, в YouTube не буду, потому что там и так уже за 200 всяких разных фильмов. Наверное, уже слишком много.